сервис, очень кратко говоря, пожалуйста. Спасибо. То есть, доброе утро всем. Йохан Бекман, я из Финляндии, активист Финского антифашистского комитета, председатель Бурнов, еще преподаватель Хельсинского университета, юридического факультета. Тема моего доклада – неизвестная страница Холокоста в Финляндии, 1941-1944 год. Одна из известных страниц Холокоста связана с судьбой евреев в Финляндии в период Второй мировой войны 1941-1944 года и с теми действиями, которые предпринимали финские власти. Освещение данной темы, оказывается, практически запрещено в официальной финской историографии, согласно которой в Финляндии совершенно не существовало никаких преследований евреев. Официальные исследования, заказанные правительственными группами Финляндии, гласят, что финской стороне Германии было выдано всего лишь 8 еврейских беженцев. Но когда летом 41 года, в соответствии с планом Барбаросса, Финляндия вступила в войну против Советского Союза, министр внутренних дел Финляндии Тойво Хорелли интернировал еврейских беженцев с рядом с городом Хэмэлин, нападавших в Мозовом побережье. Начальником государственной полиции Финляндии в то время был назначен Арно Антуни, имевший тесные связи с гестапо. Как Хорелли, министр, так и Антуни, начальник полиции безопасности, были ярыми антисемитами. Еще до войны все еврейские беженцы в Финляндии были поставлены на учет. С начала войны интернированные мужчины евреи, как неблагонадежные элементы, были отправлены в принудительные трудовые лагеря, располагавшиеся рядом с фронтом. В это же время по приказу государственной полиции была начата общая депортация евреев, которых первоначально отправляли на пароме в Таллин, а затем оттуда свозили в концлагеря. Финны сразу же отделяли советских военнопленных и евреев, для которых был создан собственный концлагерь. Это вся новая история, это, я думаю, что на русском языке никто не рассказывал раньше. Самое интересное, в оккупированной немцами финской Лапландии действовал особый отдел Einsatzkommando Finland, имевший тесные связи с государственной полицией Финляндии. Целью этого отдела Einsatzkommando Finland была организация уничтожения еврейского и прочего населения в случае захвата Мурманска и Ленинграда. Финны передали этому отделу Einsatzkommando Finland еврейских заключенных, зная, что их ждет верная смерть. Но про этого Einsatzkommando Finland это никто не слышал раньше, это результаты исследований одного из нашего историка, который из архивов смог найти доказательства про этого то есть управления. Финляндия готовилась отправить в занятый Ленинград 30 тысяч полицейских для так называемой зачистки города. Умение проводить зачистки захваченного Ленинграда полицейские обучались также в Эстонии. Гестапо и финская государственная полиция разрабатывали совместные планы зачисток Мурманска после его взятия. Для финского министра Паси Киви была даже заранее в октябре 1941 года написана речь торжественного радиовыступления, посвященного захвату Ленинграда. Сейчас я прочитаю вам цитату с этой речи. «Граждане, получена новость, что великие вооруженные силы Германии захватили Петербург. Этот вблизи нашей страны город, когда-то великолепная столица России, первый за всю историю своего существования сокрушена. Независимые от нас мировые события привели к тому, что последствия политических ошибок Советского Союза проявились раньше, чем мы ожидали. Богиня-мстительница истории быстро подняла меч и нанесла удар за нас». Конец цитаты. То есть это была цитата из радиовыступления финского министра, посвященного захвату Ленинграда. То есть, действительно, заранее написали вот такое радиовыступление. Как во время войны, так и до ее начала в Финляндии выходило множество антисемитских публикаций и изданий, как, например, газета
«Национал-социалист», а также фашистская газета «Течение времени», в которой рассказывают о жестоком отношении к евреям в Эстонии, в основном, соединилось с прямыми призывами к еврейским зачисткам на территории Финляндии. Программы национал-социалистов, финских национал-социалистов, опубликованные в 1942 году, тоже прямо требовалось удаление всего еврейского населения с территории финского государства. Помимо этого, выдвигалось предложение запрета на вступление в брак с лицами еврейской национальности. До конца войны в Финляндии вышло в свет 9 изданий, известных пропагандой антисемитизма, книги «Протоколы сионских мудрецов». То есть 9 изданий в 20-30-х годах Финляндии на финский язык и 5 отдельных переводов. То есть 5 отдельных переводов этой книг вышли в Финляндии. Кроме этого, вышли еще 2 перевода на шведском языке для шведскоязычных финнов в Финляндии. То есть всего лишь 9 версии этой книги. Я хочу вам сказать, что едва ли в какой-то другой стране эта книга вызывала бурный интерес. В деятельности государственной полиции Финляндии заметны явные оттенки антисемитизма. Множество еврейских беженцев были арестованы и подвергнуты пыткам по подозреванию о шпионаже, а затем в большинстве случаев через Сталин депортировали в концлагеря Германии. Согласно данным книги финского историка Элина Сала, государственная полиция Финляндии депортировала по меньшей мере 3000 заключенных, в том числе и еврейские беженцы с семьями, которых вывозили в Таллин по меньшей мере 50 раз. Однако, по-видимому, эти цифры сильно занижены. В группах депортированных находились и советские военнопленные, то есть, конечно, большинство были советские военнопленные, и политические заключенные, например, и финские коммунисты. Следы политики антисемитизма, воплощавшиеся в агрессивных и жестоких действиях финской государственной полиции, остались запечатлены по множеству документов того времени. Часто упоминается имя служащего государственной полиции Финляндии Арне Кауханена, лейтенант финской армии Арне Кауханен, принимавшего живое участие в допросах и пытках евреев в кадрах финской государственной полиции. В Финляндии этот Арне Кауханен действовал также в качестве адъютанта Гитлера, который часто побывал в Финляндии, кстати, во время войны. После войны лейтенант Арне Кауханен бежал в Венесуэлу, и его дальнейшая судьба неизвестна. Также и в Финляндии фашистская пропаганда убеждала обывателей, что изоляция евреев и помещение их в концлагеря были оказанием помощи. Финское фашистское издание «Свободная Финляндия» в частности писало о том, что концлагеря в Эстонии были местом спасения евреев, где они якобы могли жить в безопасности. Но самое интересное, посол Финляндии в Германии, Тойво Кивимеки, кстати, который после войны был осужден как военный преступник, в 1941 году направил финскому министру иностранных дел Ролфу Виттингу письмо, в котором утверждал, что немцы не преследуют евреев, а напротив, пытаются им помочь. Это было в 1941 году такое телеграмма. Как известно, евреи Эстонии уничтожались, кто усилил...